Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой парень говорит, что иногда чувствует, что любит, иногда говорит, что нет чувств. Но ему со мной комфортно находиться, лежать, обниматься. Мы чуть не расстались, но решили продолжить отношения, чтобы попытаться выстроить что-то. Спрашивала карты Таро, карты говорят, что у него есть чувства, но он хитрит и манипулирует, что их нет. Я не знаю, что думать, что делать. Подскажите, пожалуйста. Ну, я думаю, что так или иначе, вы уже сами что-то думаете и делаете. Вот. Ну, например, вы начали, ну, то есть вы сохранили отношения, да, чтобы попытаться, как вы говорите, что-то выстроить. Вот это чем не действие. Вот. Поэтому я думаю, что что-то вы уже делаете. Да, вопрос немножко в другом, да. Насколько этого достаточно, да, если достаточно, то достаточно в этом смысле достаточно для чего, да, то есть, вот. Для каких, так скажем, целей, да, вот. То есть это может быть достаточно там для того, чтобы вы хотели быть вместе, это может быть достаточно для того, чтобы вы там, не знаю, смогли выстроить отношения и быть, собственно, в этих самых отношениях, да? Вот, или вот. Нет, какая цель? Вообще, ну вообще, цель изначально, цель у вас какая, да? Вот, это, пожалуй, то, значит, на что, как мне кажется, в первую очередь нужно вам обратить свое внимание. Вот. Дальше. Я думаю, вот, исходя из того, что вы написали, я думаю, что большой проблемой является ваша чрезмерная ориентировка на чувства молодого человека и как будто бы потребность в том, чтобы у него к вам эти самые чувства были. Вот. То есть тут ведь прослеживается совершенно точно, прослеживается не первичность ваших чувств, да, по отношению к партнеру. То есть, как бы, идея здесь такая, что самое главное это то, что чувствует он, а то, что чувствую я, как будто бы, ну вот, не так важно. Вот. То есть этот момент, если он есть, если он присутствует, это очень деструктивный аспект, потому что как раз таки, если за счет чего-то у мужчины и есть возможность вот как-то, ну, как-то вами манипулировать, да, то только вот из-за этого, только из-за того, что у него есть какое-то ощущение, да, что он вам дорог и что вы вот дорожите его чувствами. Вот. Это, на мой взгляд, как раз большая проблема. И это, на мой взгляд, то, что делает вас зависимым в этой ситуации, то, что вам мешает в этой ситуации быть,
ну вот, что называется, да, свободно. Вот, поэтому ваша задача восстановить вот в той или иной степени контакт с самой собой, да, вот, со своими чувствами, ценностями и приоритетами, больше внимания уделять именно тому, что чувствуете вы, а не тому, что чувствует парень. Вот. И, соответственно, исходя из этого, выстраивать свою модель поведения. Вот. Ну, то есть свою поведенческую модель. Да, модель взаимодействия с мужчиной и так далее. Да, придется, как, конечно, придется там брать ответственность. Это естественно. Это естественно, что придется брать ответственность, вот за, ну, за свои решения, да, за свой выбор, но за все это действительно вот, придется брать ответственность. Потому что если, например, вы там, допустим, ну, если вы решите вдруг, что отношения, в которых человек говорит, что он, ну, что он не знает, например, что к вам чувствует, да, если вы считаете, что такие отношения для вас, ну, неприемлемы, например, вот, то в таких отношениях, конечно, находиться не нужно. Вот. Но это решение. Это должно быть решением. Принято вот с всей ответственностью, да, принято со всем ну, пониманием, да, вот каким-то осознанием того, что за этим может последовать. Вот. А вы сейчас вот как будто бы как раз не готовы на себя эту ответственность брать, да, вы сейчас как будто бы вот боитесь эту ответственность брать, вот, ну и в целом как будто бы боитесь себя, да, боитесь себя и не уверен в себе, хотите вот там подтверждения какого-то и так далее, то есть у вас есть вот в этом смысле определенная тревожность. И нужно, конечно, увидеть то, с чем подобная тревожность вообще связана, да, ваша, я имею в виду. Вот. То есть, если у вас есть там какие-то страхи, вот, если у вас есть какие-то опасения, если даже у вас есть какое-то недовольство, например, на молодого человека, да, вот, то все это нужно выражать. Все это нужно выражать, все это нужно проявлять. Вот. И чтобы, ну, таким образом, да, чувствовать себя свободнее. Вот. А то ведь получается, что вы в отношениях находитесь как будто бы в постоянном стрессе. Вот. Это, на мой взгляд, большая-большая проблема. Даже ваш
вопрос, который вы задаете, да, вы спрашиваете, что делать, что думать, вот. Но он как бы говорит о том, что вы не уверены в себе. Следующий важный момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы говорите «мы». То есть мы расстались, мы там решили что-то еще, да. Вот. Это большая трудность, потому что никаких «мы» нет в этом смысле. То есть есть вы, вот, ну конкретно вы есть, то есть вот есть вы как отдельная личность, есть личность вашего молодого человека, и есть то, что решаете конкретно опять же вы, и есть то, что решает опять же конкретно он, ну вот, понимаете, да? Но нету, и быть не может, а в этом смысле вас, понимаете, какая штука, вот. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно отделять себя от, скажем так, другого. Вот. Если этого не произойдет, вот, если этого не будет, ну не будет происходить, вот, то вы будете страдать, и вам будет плохо. Вот. Практически всегда. К сожалению. Вот. Именно потому, что всегда будет вот это вот самое зависимость у вас. Вот. И, конечно, всегда будет опасения. Вот. Будут страхи. Вот. Будут какие-то, ну, сомнения, да, вот, в том, как вообще, вот, что нужно делать. Ну и всегда будет такой вот, как бы ориентир, да, на человека, а не на себя. Ну вот это, как мне кажется, и является проблемой, ну возможно, да, с ваших как бы стороны. А проблемы, которую нужно решать. Вот. Поэтому вопрос, ну, мой вопрос, да, но остается именно вот прежним. Вы в этих отношениях, чтобы что? И, значит, что вы чувствуете, вот, к мужчине, вот, то есть какие у вас чувства к нему, вот. Есть ли они, да, эти чувства, вот. И, значит, что они себя представляют, есть ли что-то, что вам не нравится, вот, в молодом человеке, вот. Если есть, то что и как вы это выражаете, проявляете. А наконец, когда вы говорите о том, что я не знаю, что делать и что думать, вот. А что это за чувство? Что вы не знаете, что думаете, что делать? Какое это чувство у вас? С этим тоже нужно разобраться. Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за
обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.